Бандибон представляет развивающие мини-игры в дорогу «Морской бой», «Оптические иллюзии», «Сладкое королевство», «Верю-не верю» для детей от 6 лет. Обратите внимание на компактный формат игр. Удобное крепление для маркера, листы с заданиями крепятся на пружине. Книжка закрывается на удобный магнитный клапан. Еще одно очень важное достоинство – возможность многоразового использования. Благодаря специальному покрытию листов маркер на водной основе легко стирается и не оставляет следов. «Морской бой» – популярная и всеми любимая игра в новом формате. В комплекте два прочных поля из ламинированного картона и два маркера. Правила неизменны. Кто первый уничтожит все корабли противника, тот и победил. Игра «Оптические иллюзии» – одно из самых популярных интеллектуальных развлечений для детей. Что такое обман зрения? Как нарисовать предмет, которого не существует в природе? Что сильнее – левое или правое полушарие мозга? Ответы на эти вопросы, а также движущиеся иллюзии, иллюзии 3D-эффекта, цветового искажения, искажения форм и много интересных фактов ждет вас на страницах этого набора. Игра «Сладкое королевство» – увлекательная головоломка, которая развивает математические навыки, логическое мышление, внимательность и сообразительность. В комплекте 30 карточек с заданиями, 9 фишек-стикеров с изображением сладостей. Фишки-стикеры легко и надежно крепятся к игровому полю, а также легко снимаются с игрового поля. Игра «Верю-не верю». Верите ли вы, что у осьминога три сердца? Клубника – это орех, а у гусеницы мышцы в 6 раз больше, чем у человека. Познавательная игра «Верю-не верю» поможет во всем разобраться. На 30 карточках с заданиями вы найдете интересные факты и забавные иллюстрации к ним. Задача – выяснить, верите вы и остальные участники этим фактам или нет. А затем проверить себя, перевернув карточку и прочитав подробный ответ с пояснением. Проводите время в дороге с пользой! Бандибон для ярких идей и веселых затей!